Новоселье уже скоро. Строительство так называемого дома «Пик» близится к завершению. В квартирах, куда приедут жильцы бывшей казармы в Первом Советском переулке, уже идет отделка. Во дворе в разгаре благоустройства прилегающей территории. Планируем уже через месяц сюда заводить первых владельцев квартир, для того, чтобы они могли здесь заряжаться мебелью. Под расселение аварийного жилья здесь выделено 323 квартиры, почти три четверти от общего числа. Они имеют современную планировку, оборудованы минимум необходимого, чтобы новоселы могли как можно быстрее обжиться. На сегодняшний день они опережают график строительства на целых две недели. Вот, и окончание строительства мы ожидаем 1 декабря, что дом будет сдан. И как раз после этого весь декабрь и январь мы будем активно заниматься переселением жителей. В рамках выездного совещания районной власти осмотрели и построенный дом на новой фабрике, куда также переедут жильцы ветхих и аварийных домов, оценили благоустройство территории. Во дворе уже появились детский игровой комплекс и тренажерная площадка. На наш взгляд, подрядчик достаточно добросовестно все сделал. Вот. Надеемся, что уже буквально через две недели мы сможем начать переселять жителей в эту комнату. Идет строительство идеализного центра. Работы начались не так давно. Закладка капсулы в основании будущего учреждения здравоохранения состоялась на праздновании Дня города и района. Темпы возведения объекта хорошие. Через несколько недель начнется монтаж металлоконструкций. Одна из лучших строительных площадок, которые мы видим в Щелковском муниципальном районе, это как раз площадка, где строится диализный центр. Темпы мы довольны. Динамика работ очень хорошая. На контроле и строительство детских садов. В Первом Советском переулке идут отделочные работы, установка слаботочной системы, вентиляционного оборудования. Следить за ходом возведения столь важных для района объектов будут и дальше. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».